21 марта в Нальчике состоялся фольклорный праздник «День весеннего равноденствия», организованный Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики совместно с Адыгским культурным центром КБГУ. Праздник символизирует приход весны. В старину адыги отмечали этот день как начало Нового года. Обряд и обрядовые игрища, приурочены к этому обряду, на которых мы имеем, я надеюсь, удовольствие присутствовать все вместе, восходят своими корнями к архаичным представлениям наших предков о природе и об окружающей действительности. Вы знаете, наши предки, которые видели за любым явлением окружающей нас действительности, из мира живой природы, из мира неживой природы, за каждым явлением наши предки видели своего покровителя и своего Бога. Так вот, согласно древним представлениям наших предков, земля – это она, это женщина, небо – это мужчина, а дождь, который соединяет небо с землей, это то, что соединяет мужчину с женщиной. Наши предки, передавая от поколения к поколению свои наблюдения над природой и над землей в частности, для себя вычленили и выудили, что именно с этой поры, с этого времени, и с 21 марта, земля, как я уже говорил, которая мыслилась как женщина, да, находится и пребывает в детородном состоянии. Земля наполняется теплом. Земля готова к оплодотворению. Земле не терпится, чтобы этой земле были преданы зерна. И земля, на это надеялись наши предки, обязательно отзовется на это тепло, на уход людьми, богатым урожаем. На площадь на подводе, запряженной лошадьми, была доставлена бочка с максыме, национальным адыгским напитком. Его могли отведать все желающие. Не так давно на этой площади мы все вместе, народ Кабардино-Балкарии, будем так говорить, всех национальностей отмечали Масленицу славянскую. И здесь был большой праздник. По-моему, все остались довольны. А сегодня вот чисто адыгский тоже праздник, встреча весны. И вы видите, здесь тоже не только адыги, но и люди всех национальностей. В концертной программе приняли участие фольклорные коллективы со всех районов республики. В заключение праздника торжественно был подожжен соломенный круг, символизирующий солнце.